Что для вас хорошая машина? Пробег? Состояние? Комфорт? А запах? Как новая? Для каждого своя хорошая машина. Найдите ее на Автору. Остался последний элемент. И мой идеальный супергерой будет готов. Я ночь. Я это месть. Я Бэтмен. Что это такое? Я джики переел. Куда он нафиг улетел? Там его видно, сосиска? Не, ничего не вижу. Он испарился. Он заколебал каждую серию у кого-то дома нафиг добавлять. У нас тут что, Marvel против DC начался? В предыдущей серии Флэш нафиг появился, и мы так до конца не поняли, что это за новая роль. Сегодня он бедных четырех летучих мышей зафигачил молнией и просто пропасть сиганул. Неадекватный. Совсем головой уже чебурахнулся, господи упаси. Летучая мышь недоделанная полетел. И так совпало то, что нафиг бесполезные куски бесполезнейшие, которые нафиг никогда в этой жизни не заходят в это задание, которые появляются на самом начале и никогда его не воскрешают. Самое главное, чтобы это Херейт не узнал. Потому что если мы с Натахой спалимся, то что мы с ней любовники, то это будет первый случай за всю историю Among Us, когда ангел зафигачит мирного. И этот мирный буду я. И вообще без разницы то, что у него задача воскрешать людей, он всех остальных будет воскрешать, но меня одного будет кокать. А как я нажал на это задание, если там даже вот это, если там даже кнопка не светилась? По приколу нажало, оно оказывается как-то нажалось. И последний блок выполнили. Какой-то ключ лежит. Интересно, лежал ли он там всегда или только появился. Молодцы, здесь задание выполнили, здесь не выполнили. Здесь кто-то сейчас выйдет, как я пони. Твоя рука такая тяжелая. Хочешь, подержу ее, кстати? Теперь осталось понять, это у тебя роль Флэш, Гречка? Или это роль психического отклонения, нафиг? Кто? Кто? Давай. Дверью прищемило. Так хорошо, да так отшивает. Это всегда такой был прикол, то что кого роль вот этого любовь? Почему я тогда никогда никому не подкатываю? Где задание ядрить колотить? Все повыполняли, что ли? Почему я никогда никому не подкатываю, а ко мне постоянно кто-то подкатывает, я не понимаю. То на Тормеша, то на Таха. Я говорю, самое главное, чтобы этот ненормальный херейт сейчас не узнал то, что Натаха мне такие вещи в личные сообщения пишет. Спасите свою любовь, мать моя Ой, не успел любовь спасти, а чё вылетело? Да здравствует прекраснейшая роль, которую Костя добавил хотя бы в этот Among Us. Ты, конечно, не музыка, но я бы тебя слушал. Летучую мышь там...
понятно, добавил нафиг роль, чтобы походу просто отвлекать внимание. У нас на карте два трупачела там валяются, которые хрен почему-то не воскрешает. А если он их не воскрешает, тогда может проще проголосовать? А хотя, а что в ру четки ты такое держишь, Иксданил? Твои видосы настолько интересны. Что за собака с крыши нафиг на меня кекает, я не понимаю, а каждый раз что-то бросает, вот он там... Бэтмен бомбы не бросает нафиг! А за Иксданилом вот следует проследить, выключил, я в такой нафиг темноте хожу, потому что я вообще не понимаю, в какую сторону он побежал. Ладно, пойдем починим электричество, что тарахнулся башкой об каменный столб, но Иксданил 100%... Что? Так, не туда. Ты даже в темноте в меня бомбы бросать будешь, я не понимаю. И почему никто не чинит электричество? Вот почему назад не дожми, ты уже нафиг на кнопку ядрить так. Пришел нафиг, кинул бомбу, что я аж на столб залетел. А как подчинить электричество? Я настолько сильно люблю твой канал, что подпишусь на него совсем. Ой, иди нафиг, Аннатаха. Как подчинить электричество? Атака титанов. Как починить электричество, если... Атака лилипутов, нафиг. Как подчинить электричество, если везде есть рычаги, а здесь рычаги... Я, конечно, перед вами извиняюсь. Как нафиг отремонтировать электричество, если в электричестве нет одного рычага, который ремонтирует электричество, а? Мне не нужно ремонтировать электричество, потому что ты являешься лучиком света в моей жизни. Ты чё? Ты к моему Эду подкатываешь? Твоему Эду? Да ты знаешь, кто он для меня? Да для тебя он никто, а для меня... Да я знакома с ним дольше, чем ты, понял? Ты знаешь, моя мама подарила мне жизнь, а его мама мне смысл жизни. Да ты знаком с ним от силы 4 дня! Так... Да ты чё совсем, что ли? Хватит нафиг свои пупера! Кстати, Иксданил, приходи, ребята! Кстати, да, он вручил! Да прикинь, это сосиска, церделька с ядри, с горчицей, да! За Иксданил он меня убьёт! Подожди, нет, может... Я не предатель! Она может за... Где кнопка? Кнопка! Электричество починили, потому что у нас есть инженер, который может... Что нафиг подглядывает за нами? Я не понимаю. Подглядун, подглядульский. А где кнопка? Почему здесь светит? Бэтмен... Бомба же прилетела на вот этот стол во время голосования и шандарахнула кнопку. Ах ты вот этот, ты Костя не летучая мышь нафиг. Ты просто мышь, которая кнопки уничтожает, с помощью которых... Так, здесь никого не вот это, и вот здесь никто не кокнулся. Кнопки, да, Гречка. Кнопки вас вот это, вот, кнопки... Она шандарахнулась в это, она шандарахнулась, а как она Улетела, жулик. Я говорю, ты не летучая мышь, ты просто мышь! По крышам... Да иди нафиг, а? Да просто, это кошмар нафиг какой-то, я не понимаю, я пытаюсь и от Кости отбиться, и Гречка, которая почему-то и Флэш, но почему-то она и в люки прыгает, и Костя, который меня этими... Дорогой, меня снова убили. Так меня тоже шандарахнули. Это получается, если убили одного любовника и второго любовника... то любовников больше нет.
А если любовников больше нет, то тогда, Датаха, мы прокекали, какой ужас, мой бедненки, да! Так проблема в том, что мы сейчас свои воскресить друг друга вот это не сможем, зато мы с тобой вместе. Да где нафиг мы с тобой вместе, на том свете ядрить колотить? И я фиг его знает, кто предатель, я видел только, как их сдавил что-то бр... Я следил за каждым из вас. Я смотрел, как каждый из вас... Играет в Among Us. Я следил за тобой, Жека Плей. Я следил за тобой, Армеша. И за тобой, Икс Данил тоже. Я пришел к выводу, что предатели... Хватит взрываться! Копы какие-то, Ты меня из комнаты вытолкнул! Костя, затолкни меня обратно в комнату, нафиг, я ничего не вижу, я вылетел наружу! Не отвлекай меня, Эдуард! Я знаю, кто предатели! Я детектив номер один! Я понял, кто предатели! Предатель номер один! Это их сдавил! Нет! Да! Потому что он как-то бед... Гречка самозванец! Нет! Да, потому что она была флешем! Нифига себе, ей выпала роль и флеш, и самозванец! Армеша! Армеша, это морф! Я все, голосуйте за них! Я Бэтмен! Очки продри! Может, это за тихо? За меня голосуем, ребят! Признаю, это я! Детективщина нафиг не доделанная! О чем мне бояться? Я уже куда-то отхожу, я ж призрак, нафиг меня никто убить даже не может. А чё он ходит вокруг стола вместе с сосиской? Но Армешу я не видел, то, что он как-то себя подозрительно вел. А вот Икс-Данил в ручонке своей точно что-то держал. Почему ты за сосиской бегаешь, я не понимаю. Гречка раз! Гречка 2, жулик Плей, который в ручонке тоже что-то ходит, постоянно каждого обнюхивает и за каждым со спины вот это вот наблюдает. Я молодец, ура! Я всех затащил! Шериф жулик Плей Юте. Второй предатель был Армеша. Так вот что ты нафиг делал всю эту серию, башка ты худоговая! А я-то думаю, чё он ходит, нафиг он меня так раздражал! Ходит, со всеми подглядывает из-за угла! Чё там нафиг молния где-то... Так это вам не новый был, да? Ты крылья свои прокек! Да нафиг, мальчик, поп! Что происходит? Летающая ядрить колотить был. Уйди оттуда, или ты думаешь, что я тебе... Давайте внутрь зайдем и просто его сюда внутрь пускать не будем. Забаррикадируйте нафиг дверь. Хватит. Так, ладно, этот уже с палкой на нас идет. Натаха, мне почему-то кажется, то, что прячется за вот это, за стул. Ты... Я тебе... Не советую испытывать мое терпение. Понимаешь, я преисполнен в своем познании настолько, я познал смирение. Но я могу его и обуздать. Я могу... Родители говорили мне следовать за мечтой. Поэтому я постоянно хожу вместе с тобой. Вот туда тебя. И тебя тоже! Мужик, честно, я ни при чем. Она в целом как бы не в моем вкусе. Да и тем более она занята. То есть ты хочешь сказать, что она некрасивая, да? Не, я имею в виду, она красивая, но не для меня. Закрывайся! Это очень даже хорошо, то, что я сразу в самом начале фиганул. Мол, я могу выполнять задание? А, не, поделывать. Это очень даже хорошо, то, что я фиганул молнии. Сейчас задание. А ты меня видишь? А как ты меня видишь? А, я выполнял задание. Ашант, короче, я и флеш, и... Молодец, да, только нафиг ты связь выключаешь, надо выключать электричество. Молодец, мы должны...
Зная, как Ашан играет за предателя, мы сегодня вообще никому ничего нафиг не должны. Главное... За... Да... Так... Фу, из люка вылез! Ха-ха-ха! Я все видел, жулик Плей, из люка вылез! В люк залез! Так, самое главное, чтобы меня никто не заметил. Я же могу прям заспидранить эту игру за предателя. Фигачить молнии, становиться флешем и просто расфигачивать по этой карте и убивать всех без какой-либо остановки. Мне кажется, у флеша еще и перезарядка убийства должна быть немножко быстрее, как мне кажется. Возможно, кто-то сейчас будет проходить через... Возможно, кто-то сейчас проходил в этом коридоре. Не сдаю позиции, как-никак. Я как умел прошивать всех через... Я как умел прошивать всех через стену, так... Так я и буду дальше это делать. Завали... Макодявка, я тебя отсюда снять, а тебя кости с... Дуралей дурацкий. Ты сейчас еще одну бомбу кинешь, и меня нафиг в лаву столкнет. А, так это Костя ее туда нафиг закинул, поэтому она не может оттуда. Наташеньку бедненькую фиганул на этот блок. О! А вот и столкнул только... Давай, 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 покончи, покончи с этим, давай. Прям вот давай, прям вот так, чтобы я... Да чё ты ж ты такой слабенький, прям... О-о-о, спасибо. Спасибо, Костя, всё, теперь можешь оттуда сваливать. Это что нафиг сейчас был? Это не... Куда он побежал? Куда он побежал? Куда он побежал? Да странный у тебя какой-то костюм, Костя. Ты кокнулся, а костюм остался. Вот это ты меня, конечно, фиганул. Кто-то побежал вот сюда. Я только что видел и человека здесь. Человек. Ну как человек? Жулик Плей. Человеком сложно назвать. Так, и обратно куда-то в другую сторону. Вот сюда. Используем суперспособность Флэша. И фигачим на другой конец карты. Вот куда-то. Давай, давай, давай. И обратно вот сюда. Тут кто-то в камеры смотришь, да, значит? В камеры. Ну, сейчас способность перезагрузится, если она, конечно, перезагрузится. О! Опять я в воздух шмальнул. Сюда иди, сюда иди. Да ядрёт батон, ты чё нафиг неубиваемый? Гречка бежит, гречка бежит, гречка бежит чинить электричество. Давай, давай, иди, иди, чини, иди. Господи, лишь бы меня Хрейд нафиг не увидел. У нас же вот это, у нас же электричество выключено. Я не знаю, могут ли ангелы смотреть через темноту или не могут. Ладно, притворяемся, то что мы смотрим, жулик Хрейд нафиг побежал, его уже... Так, хорошо, нельзя задерживаться, нельзя задерживаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, 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 подожди. Хватит воскрешать человека! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Я заколебался уже кокать туда! Господи, вот она, шмакодявка! Так ты же... Так, моя хорошая... Ну зато как мало народу осталось! Я, Ашан и 4 Хрейд, и 4, и 3 человека...
Ребята, это Эд, я точно знаю, потому что когда выключили свет, я краем глаза увидела, что-то красное ко мне подбежало. Ну, и, собственно, единственный красный, это у нас вы, Эдуард. Это жулик Плей, у него тоже вот это, кетчуп красный. Не-н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 е-
сказать главному детективу этого Among Us. Главному детективу? Ты что, вообще офигел, что ли? Я тут главный шериф! Я умнее, чем ты, молчи! Ты умнее, чем я? Слышь, ты, Бэтмен, не забывай! Я возвращаю своего друга! Я в этой игре! Я, походу, понял, что я... Армеша, ты где, мой хороший? Это не обязательно, Эд, потому что у нас еще есть притворяльщик! Это Эд, я вам это говорю! Это Эд! Я тоже убил! Спокойно! Спокойно! Продолжай, Костя. Итак, я провел дедуктивное голосование в своей голове. И я пришел к выводу, что это ты, Эдуардик. Да хватит, это я вам скажу. Да. Костя. Икс Данил, это шериф, но он очень плохой шериф. Это я да, сам ты плохой парни. Шериф. Чё ты вообще тут мою роль воруешь у меня? Это не обязательно, Эд, потому что у нас еще есть эти... Да-да, туда его, туда его! А кнопочки-то нет, мои хорошие, да? Потому что уже слишком много совещаний было. Вы сейчас не сможете просто так сюда подойти и нажать на эту кнопочку. Да! Я предатель! А знаешь, кто я? А что ты теперь сделаешь? Бэтмен! Да я могу сделать всё! Что? Там не было кнопки! Он признался! Он предатель! Да, я предатель, кикайте меня! Итак, я пришел к выводу, что вы... Я пытаюсь оживать! Ашан! Ашан! Что, 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 что? Я не закончил! Ты такая глупая, как этот деревянный стол. Сам ты деревянный стол! Бесишь меня! Так, продолжай, продолжай, Костя. Собственно говоря, я вам говорю, это Эдуард. И не ва... Да. Я устроил. Я вам... Да я не могу, я лагаю! Что происходит с интернетом моим? Я не понимаю! Что происходит? Что вы наделали? Голосуйте за это! Я не понимаю, что происходит! Давай за Икс Данила! Икс Данила мы уже выкинули, да. Тогда за гречку получается. Это ты! Это Ашан! Второй предатель, голосуйте за гречку. За Ашана, поверьте меня! Это не я, это вообще Ашан! Если это не Ашан, то с меня $1,000,000 каждому! Я даю зубы, Тед! Не, все, все, нет, это все, все, ну, ну все, ну какой здесь смысл? Тут сосиска, жулик плей, гречка, армеша, этот Бэтмен, банан нафиг хотел сказать, и ангел, и Ашат, который нифига сделать не может, я валю половину команды за одного флеша. Так, у Кости интернет сдох. В целом, Ашан, если бы ты не ходила и не танцевала вокруг стола, занималась бы своими предательскими делами, возможно бы ты что-то сделала, да, сегодня? Да, Херейт, правильно. Да. Она и так ничего сделать не сможет. Прям, да. Тащи ее в лаву, да. Тащи ее туда внутрь, да, прям закидывай. Она бесполезная, она 100% никак справиться одна не сможет. И так все уже, наверное, 100% понимают то, что... Второй предатель здесь Ашан, который... Да, но ты до конца ее не затолкнул прям в лаву похоронить, вот прям за... У, булька нафиг. Сломайте под ней блок кто-то, пожалуйста. Просто вот нажмите прям, сломай. Кто? А чё я сделала-то? В том
том-то и дело, что нифига, Шан! Жулик Флей, иди за ней. Подожди. Я не пойду! Ты! Ты был предатель? Кто тебе такую глупость сказал, Иксданил? Я тебя 3 раза нафиг за этот раунд хотел завалить. Каждый раз по тебе тыкаю кнопкой, я воздух нафиг убивал, а не тебя. Табличка мне сказала, которая в чате отобразилась. Я никогда не подумал, что ты предатель. Я думал, это кто-то другой. Ты что, распространяешь свой красный цвет? Тогда почему при виде тебя мои щеки краснеют? Отвечай, что хочешь. Ответи, попробуй, давай. Так, детектив-агент 007 увольняется. Я так-то не злой. Ты ответи, что ты, я жалкий. Я тебе ничего не сделал, давай, ответь. Ты случайно не ангел? Тогда почему при виде тебя я отправляюсь на небеса? Пойдем. Идите поговорите. Нет, да, да, вам будет полезно. Да, да. Это было зря, что мы... Слезь оттуда. Это мое альтер-эго, Бэтмен. Я Бэтмен. Да у меня слов нет, чтобы что-то тебе сказать, Костя. Ролик и так уже прям секунды на секунду закончится. Пускай подписчики посмотрят на самого главного дурачка в Амонг Асе.